Все это уже не надо. Хватит. Пойду домой. Простите. Эй. Куда консьерж отошел? Если бы я был рядом. Дверью ошибся. Соседская квартира. Моя 418. Проспись, алкаш. Соседская квартира. Моя 408. Оля? Оля, это ты? Тетушка, это я. Звоню сказать, что у меня все хорошо. То есть, конечно, не очень, но лучше, чем могло быть. Ты, главное, не волнуйся. Уже скоро. В общем, я тебя люблю. Держись там. Конечно же, она была в курсе, когда я выхожу. Не считала. Все как при тете. Будто она просто отошла в магазин. А мне все еще 10 лет. И нет ни проблем, ничего.
Магнитогорской области утром 6 октября, сообщило региональное управление МЧС. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. По разным данным, магнитуда землетрясений в Загорске составила 6,2-6,5 баллов, а по области были авторшоки. МЧС предупреждает о возможных повторных землетрясениях и призывает жителей соблюдать правила поведения при землетрясении. Ознакомиться с ними вы можете на нашем сайте или на сайте МЧС Загорской области. Жители нескольких домов остались без электроэнергии. Причиной стала авария. Тетя, почему ты ничего мне не рассказывала? В письмах об этом ни слова. Неужели бредила? Шорохи, бормотание. Что тут происходит? Помогите, пожалуйста. Я? Что случилось? Я... Вы не могли бы... Я не... Простите...